Плюс 2 хочешь закрыть? Надо просто определиться, вот у нас, ну, на этой неделе мы уже тут на спешку собирали, как говорится, десятку, кто пришел, кто плюсанул, а к следующему надо уже будет, ну, с составом определиться. А у нас из постоянных десяток только этого, Влада, да? А Шумский тоже десятки водит? Ну, у него же там плюс минус. Я видел только 25. Не, у него... Ну, как я понял... Я замена магу, который в статике у Влада, да? В смысле, там был, он мне рассказывал, Кадыров и еще один кто-то там. Ну, короче, ладно. Все будет. Потом узнаю. Ну, было бы неплохо одного, ну, не три паладина, а два паладина на ДК, варлока на мага и лема на ШП приста. Ну, десятку-то можно договориться, то есть мы там, ну, 25-ку посмотрели, в какой день у нас 25-ка, а поставили в следующий день там десятку, допустим, все, десятку собрались, пошли, все же типа в голосе, все договорились. Сейчас-то понятно, была вообще вероятность, что мы могли не пойти, типа... Ну вот этот маг, которого ты взял, это, ну, мой знакомый. Не, по поводу сегодняшнего похода это, ну, не важно. Он имел в виду, наверное, по поводу места, ну, в статик, типа, десятку магом.
Ну, такие сапоги покупайте с превознесением там драконьего погоста. Или... Ну, 213 еще выбить надо. Лучше сейчас и нету. Какая тактика? Тактика. Чтобы их видеть, нужно плотность частиц повысить. Элхами. Трик. Олимпус.
Ты забежал в лужу соседнюю. Бабу можно было прожать? Нет? Ладно. А не пробуем, блядь. Я уже встал. Нет, крест использовал. Область, вот эти лужи, которые разливаются, они намного больше, чем отображаются. Не нужно подходить к самую плотную лужу и стараться их там лужечка в лужечке выносить. Вы смотрите свободное место широко, туда вынесли, с вас диспелят и все сделают. А вы вот что, Олимпос умер, потому что там среди луж пытался вынести, что Настя вынесла тоже там в лужах в этих умерла. Да сейчас люди начали квесты на острове делать, сейчас гильдии очень быстро начнут качаться. Смотрите меня. Я поставлю рыбу сейчас. Так, бил одну минуту. Я их со своей дистанции просто не вижу. Если ты будешь брать их в таргет, либо кто-то будет отдельно их брать в таргет, не вопрос. Вы милики бейте босса в ногу, которая ближе к стенке.
Не нужно в противоположную бить, а потом через лужу или через морду бежать через босса. Вы сразу бой начинаете с той стороны и просто двигаетесь параллельно с танком и бейте в ногу. Тут. Да кого? Нет, не стой вплотную к луже. Чака, через лужу сейчас побежишь. Нет мозга, один закатишь зомбяков. Наверное. Ну смотри, я, короче, по середине там ближе к зомби, я буду ставить тотем. То есть я буду хилить и посередине тотем ставить. А ты типа там лужа, ну, ставь свою трапу. Нет, просто если ты вдруг-то что-то пойдет не так, то ты тогда ближе к тотему стараешься держаться, чтобы, если что, тотем еще замедлял их. Тут также с трех сторон идут десятки. Да, ну просто медленно они. Да, они тут, ну, потихоньку идут. Танчишь ему, ВЛС танчишь. Так ты и пиши, сори, на английском. Поставьте шкаф, засумоньте его. Что случилось? Че?
Да. Хант, я буду подхиливать Ханта, ну и помогать типа танков хилить. А ты, Настя, только ну, рейд как бы подхиливай и танков старайся держать. На Ханта не отвлекайся, он будет далеко от тебя. Ну да, там будет на ходу, посмотрим. Ай, ну, думаю, продержимся. Нет, дороги, ничего. Мне ханта не хилить, да, не бегать? Нет, 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 ханта я держу. Ты точно его похилишь, да? Он там вздыхает. Ну, лишь добежали мопчики. Давайте не тратим время, к шкафу туда бегите и падаем. Я встану, если что. Но мне бабу. Ну, ну хорошо. Как-то. Они не встанешь, вставал уже. Давай начинай. Почему он загрызся? Ну, можем попробовать. Если Трик умеет, как говорится, водил хоть когда-нибудь, то может он тогда будет Хант Берсу снимать с босса. Все нормально, просто КД поймал. Ну, видишь, в десятке не нужно два человека. То есть один должен водить и все. Да, да. Да нет проблем, просто КД поймал. Тотем надо поближе ставить.
Ну да. Не, ловушка когда ровно ложится, когда она исчезает, когда я ее ставлю. Не, ну видишь, там, где он типа по одному ударчику ловит, там его прохиливает. А он тут, видимо, или завернул, или что-то сделал. Не, в отрыве мы мигнули. Слав, да я знаю, просто не успел игру поймал КД. Я думал, что я сейчас отпрыгнул, а не откатилось, и я не успел. В магазин продавать, ну. Вот она для вас. Она для дуэли с фаермагом. Вот, тоже можно взять. Все, у меня крайняя рыба, сейчас ее ставить или потом? Нет, давайте пока не ставьте рыбу. Я просто, если бы знал, что мы пойдем, я бы сделал, но так как... рыбный пир? Неожиданно все. Сейчас залечу, посмотрю, как раз на аукцион сейчас полечу. Кому надо, вот могу дать на скорость. А сколько там хп было у него, мы отняли? А, да к нам буквально один раз зомбяков этих пережить и все. Да-да. Добро. Я
Забирай. Готовьте, сейчас все вливайтесь в зомбарей. Слили. Всего полных опять хватайте и добивай. Ну, Хант, хватай полных зомбарей, а все остальные боссы добивайте. Он бежит, зомбарь. Он на что-то агрит. Нет, я имею в виду, он бежит за мной, а потом агрится то ли на тотем, то ли на что-то еще. Ну там, скорее всего, холипал типа хилит, и он выделяет больше агра, чем ты хилкой, типа. Просто нужно чуть-чуть дальше. То есть мы с тобой очень близко их кайтили. Нужно кайтить на решетках, чтобы зомбакам типа долго было времени бежать и было больше времени среагировать, если вдруг теряется агра. Заведи. Да, идет. Патруль тотема уберите. Трик. А, уже блестит. Лилхаммер. Рыб. Слава, рыбный пир за штуку 22 золота есть. Одна штука. А, одна штука 22 золота. 10 это 200, 220. Так это как доп будет или нет? Нет, это от босса такая, он топает, не босса, а мобы эти топают. Как же топает? Кстати, ты все равно. Их просто нужно было в проход завести, а не по центру ставить. Что вар, что пал. Ролят вообще не смотрят, что ролят. Кто? В смысле? Не понял. Вот у Олимпус вот выпали вот эти запы. У Олимпуса вот такие запы. А да, у Хаммера вот такие запы. У
Мне эти нужны, они ему тоже нужны или что? У меня кожа. Да, они потому что будут, они да. меткость дают. Я уберу талант на меткость в итоге и буду орать нормально. Рыбу? Ну... Мне достались. Я просто думал, кому отдать надо или нет. Давай. Слава, рыбу. Ставить рыбу? Да не трать, этот босс не нужен. Дадим эту рыбу перед Хейгеном. Давай запы. Ну, мне нужны. Вон, Настя, объясните. Я подумаю. Так ему нужны. Я за УД куплю. Танки все равно будут меняться. Да-да, все верно. Звездочка милики слева РТД. Танки будут меняться, я еще раз говорю, без разницы танков. Какая проверка? Метки расставь, объясни про дальше или не надо? Слава, я тебе отправил фул, ну типа ЕП, чтоб ты мне начислил. То есть банк, фласки, вот это все говно. Нет, ты когда сделаешь, тогда сделаешь. Я была, да, чуть-чуть помню. Но мне будут меняться эти бафы, и нужно будет заходить там. Кучками стоять там, в минусе кучки. И бафы не обязательно меняются. Я знаю.